В дрифте есть очень хорошая традиция после финиша провожать пилотов аплодисментами, поэтому, дорогие друзья, на трибунах не филоньте, пожалуйста. Как мы говорили ранее, Артур Подлужный недавно собрал эту Toyota GT86 на моторе 2GZ и все еще к ней пристреливается. А на треке Макс Миллер и его «Медуза». Представитель Украины на чемпионате Европы Drift Masters. Сергей Сытар тоже готов, но он приехал готовый уже. Есть старт, Максим Миллер лидирует в этом заезде. Артур Подлужный догоняет. Постановка близко. Синхронная перекладка, но не хватает угла Артуру Подлужному. Ох, как заехал Подлужный к Миллеру! Это было очень нагло, друзья! Но пилоты, мы уже видим, поменялись местами. Есть старт! Подлужный лидирует, Миллер преследует. Разгон! Разгоняются пилоты. Постановка. Ух, Миллер даже не отпускает Подлужного. Здесь надо сокращать расстояние. Увеличивает угол Миллер. Синхронная перекладка, Миллер близко. И финиш. Максим Миллер дальше. Пилоты у нас на старте. Судьи готовы. Пилоты готовы. Зрители! Дайте шума! Заждались уже. Ну, слава богу, тенек. Итак, Александр Косогов, Максим Миллер. Есть старт. Миллер не отпускает Косогова. Синхронная постановка, близко Миллер. Ой-ой-ой-ой, быстро! Не доезжает до Клебензона Косогов. Здесь синхронно прикладывается Миллер, держится близко Миллер за Косоговым. Синхронная постановка, надо заезжать базу, но Миллер на безопасном расстоянии. Есть взмах зеленого флага, пилоты поменялись местами, Миллер лидирует, Косогов его преследует. И поехали! Близко Косогов. Есть постановка, чуть-чуть сокращает расстояние Косогов. Синхронная перекладка близко, Косогов с какой угол перекладывается Миллер, вот это да! Косогов не отпускает своего соперника, синхронная перекладка подъезжает в заднее крыло Александр Косогов. Максим Миллер в финале. Проходит дальше, аплодисмент! Ждем взмах зеленого флага от и старт. Валентина Куракина, есть старт. Боровицкий лидирует, Миллер преследует. У меня мурашки по коже. Постановка, Миллер внутри ставится раньше. С большим углом выравнивается Боровицкий. Чем создает неприятности Миллеру. И я думаю, что результат этого заезда уже решен. Этой половины заезда. Да что же это такое? Вячеслав Боровицкий. Есть зеленый флаг от Валентина Куракина из команды UDF Crew. Поехали. Разгоняются пилоты. Миллер, постановка. Миллер, постановка слепа. Боровицкий чекает постановки. Далековато от Миллера, надо сокращать состояние. Чуть раньше начинает перекладку Боровицкий. Из-за этого попадает внутрь траектории. Здесь синхронная перекладка, но далеко. И Миллер наращивает расстояние. Боровицкий допускает ряд ошибок. Победителем третьего этапа чемпионата Украины по дрифту становится Максим Миллер! Алексей готов! Дай ему на дверь!